Ну, всем здравствуйте, сегодня у нас, вот у Филогена и Спартакиада, сегодня у нас три вида категории, в общем, бег 60 метров, потом вот там, надо вот так вот бросить мячик, и потом еще прыжки с места, короче, и определяется, короче, тот, кто пойдет на общелагерную Спартакиаду, вот. Ну вот, сегодня у нас отрядная, так что все, спасибо всем, я все рассказал, всем удачи, всем пока. И притихла планета. Вот он миг и команда на старт. Кто хоть раз, но прочувствовал это, и спортивную злость, и азарт, и напутствие тренера с Богом, и волнение, и трепет в груди. Тот не ведает слова итоги, потому как тверди, не тверди. Побед, спорт, это молодость лет, спорт, это вечный огонь жизни, спорт, это ярость атак, спорт, это реющий флаг, спорт. Счастья победного прыгал, то в углу от обиды рыдал. Помни, в целом ты все-таки выиграл, даже если и проиграл. Это все-таки добрые чувства, это все-таки дружба и мир. Кто-то скажет, да это ж искусство, да и 5 миллиардов эфир.